Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Готовим домашнюю версию знаменитых булочек под названием сконы. Это базовый вариант. Готовить их можно с любым пюре, например, яблочным, либо тыквенным. У меня же они сегодня будут с бананом и грушей. Булочки готовятся просто и быстро, получаются очень вкусные и мягкие. В описании под видео указано количество ингредиентов. Мы с Сашенькой желаем вам приятного просмотра и приглашаем вас подписаться на наш канал, чтобы не терять вкусные и простые рецепты. Один банан я очистила, нарезаю на небольшие кусочки и разминаю вилкой. Все продукты для сконов должны быть холодными. Две груши можно заменить на яблоки, натираю на мелкой терке. Грушу добавляю к банану и перемешиваю. В миске соединяю одно яйцо, сахар, молоко. Выкладываю бананово-грушевое пюре, добавляю соль и перемешиваю. В другую миску просеиваю муку с добавлением 2 чайных ложек разрыхлителя. К муке добавляю приправы. Это имбирь, корица и мускатный орех. Что не любите, просто не добавляйте. Сюда же выкладываю холодное сливочное масло и быстро руками перетираю в крошку, так чтобы масло не успевало растаять. В крошке делаю углубление и выливаю жидкую часть. Аккуратно все перемешиваю ложкой, так чтобы просто впиталась мука. Долго вымешивать не нужно, иначе булочки будут забитыми. Если вижу, что тесто совсем уж еще липкое, подсеиваю еще пару ложек муки. Тесто должно оставаться липким, но при этом оно должно держать хорошо форму. Стол припыляю мукой, духовку разогреваю на 190 градусов. Выкладываю тесто, вот видите, какой консистенции оно приблизительно должно получиться. Припыляю сверху мукой и просто от периферии к центру несколько раз сворачиваю. Разминаю руками, формируя круг высотой приблизительно 1,5 сантиметра. Круг делю на 8 частей. Выкладываю сконы на пергамент. Выпекаются булочки ориентировочно около получаса, но обязательно их проверяйте спичкой или деревянной шпажкой. Теперь готовлю глазурь. Одна глазурь будет белого цвета, во вторую я добавляю все те приправы, которые я добавляла к тесту, и 1 чайную ложку хорошего какао и перемешиваю. Теперь по чуть-чуть вливаю молоко, перемешиваю и регулирую такую консистенцию, делаю, чтобы глазурь была достаточно густой. Белой глазури должно быть больше, а темной меньше. Когда сконы полностью остыли, украшаю их глазурью. Сначала наношу на всю поверхность белую глазурь. Она хорошо и быстро застывает. Темную глазурь переношу в кондитерский пакет и буду наносить из пакета вот таким вот образом. Вот такая ароматная, красивая домашняя выпечка к чаю получается.
Посмотрим, что получилось у нас. Булочки внутри очень мягкие, ароматные, и они действительно вкусные. А самое главное, что они делаются просто и быстро. Мы с Сашенькой благодарим вас за просмотр. Желаем вам приятного аппетита и отличного настроения. Если это видео вам понравилось, поддержите нас лайком и подпиской. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всего вам доброго и пока-пока!